1 октября, воскресенье, с утра в городе Смоленске была произведена атака беспилотными летательными аппаратами силами ПВО из средств радиоэлектронной борьбы. 5 беспилотных летательных аппаратов были обезврежены. Значит, особых повреждений удалось избежать. Жертв среди населения нет. Значит, единственное, у нас были выбиты стекла остекления в домах, на квартирных домах по улице Безотубовой, но силами управляющей компании «Жилищник» остекление восстанавливается, порядок на улице. Других повреждений пока, слава богу, не зафиксировано. Значит, то, что вчера проходило и по линии администрации Смоленской области, и по линии администрации города, повторюсь, что в случае появления информации о беспилотных летательных аппаратах просьба воспользоваться приложением «Радар», которое выпустил Народный фронт, и устанавливается на телефон Android для того, чтобы силам ПВО было гораздо легче идентифицировать и справляться с этими целями. Ну и, соответственно, при обнаружении, если вы увидите беспилотный летательный аппарат, нужно укрыться в здании, не подходить к окнам, соответственно, находиться как можно дальше от воздействия данных ВПЛА. Те вопросы, которые вчера звучали в средствах массовой информации по поводу информации о бомбоубежищах, поясню, не до конца была доведена информация, что в соответствии с федеральным законом информация о бомбоубежищах является государственной тайной и не подлежит общему разглашению. В случае объявления воздушной тревоги в соответствии с отдельными планами по гражданской обороне вся необходимая информация для укрытия граждан будет сообщена и доведена до жителей дополнительно. У меня общая информация вся. Переходим к докладу наших служб.